Утром 17 марта саровчанин обнаружил свой автомобиль отечественного производства в не самом лучшем состоянии. Дверь открыта, а провода выдернуты, что говорило о попытке угона. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Оказалось, подвыпившие молодые люди обнаружили, что машина не заперта, и решили запустить двигатель, как в кино, выдернув провода зажигания. К счастью, аккумулятор автомобиля быстро разрядился. Владельцу машины повезло, все могло сложиться куда хуже. Потому полицейские настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и всегда проверять, надежно ли закрыт ваш автомобиль. Также принимать все меры для того, чтобы угонщик не смог быстро завести автомобиль, то есть по возможности оборудовать охранными сигнализациями, либо системами блокировки руля, педалей и так далее. А также не оставлять документы, ценные вещи в багаже, в бардачке, багажнике или салоне автомобиля. С наступлением весны участились и случаи дорожно-транспортных происшествий. Ямы и мокрый лед создают условия для аварийных ситуаций. Достается не только автомобилям, но и пешеходам. У нас женщина 1982 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2114, совершила наезд на пешехода 1983 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил серьезные повреждения, от простых ссадин и ушибов до переломов и даже черепно-мозговой травмы. От госпитализации решил отказаться. Такое тоже бывает, то есть человек не захотел ложиться в хирургическое отделение, ушел домой. Еще одно ДТП произошло на улице Московской. Столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Форд С Макс». В результате столкновения водитель «Шевроле» получил растяжение связок и после осмотра врача был госпитализирован.